Я приветствую всех вас на своем канале. И сегодня я предлагаю два варианта приготовления салата с таким замечательным и полезным продуктом, как морская капуста. Для приготовления салата мне сегодня понадобится морская капуста, крабовые палочки, консервированная кукуруза и отварные куриные яйца. Морская капуста полностью готова к употреблению, она уже замаринована, и поэтому я ее отправила в миску для приготовления салата. Теперь я нарежу яйца. Добавляю яйца к морской капусте. И теперь нарезаю крабовые палочки. Добавляю крабовые палочки в миску с салатом. И сюда же отправляю кукурузу. Сегодня я немного не рассчитала объем миски, поэтому весь салат я переложила в более крупную миску, для того, чтобы я смогла его здесь перемешать. Далее я поделила салат на две части. Для диетического варианта заправки я использую сегодня подсолнечное масло. Его надо совсем-совсем чуть-чуть. И теперь перемешаю салат. Второй вариант заправки – это майонез, более привычный, классический. Его я тоже положу совсем-совсем немного, чуть-чуть, и перемешаю салат. Итак, у меня сегодня два варианта приготовления одного салата с майонезом и без. Какой же из них выбрать, конечно же, решать только вам. Но для себя я выбираю вариант без майонеза. Но какой бы вы вариант ни выбрали, с майонезом или без, готовьте всегда с любовью, готовьте всегда с удовольствием. И до новых кулинарных встреч!